Селика Продакшн Студио. Шечерсен сағларым, жарықсам шағдарым. Анашым бір өзінсің, табынарым. Анашым шағы күлсең. Надо подойти серьезно, не спеша. Мы все выучим. И твоя мама будет рада очень сильно. Шечерсен сағынарым. Первую спою срочку. Как еще раз? Шечерсен. Ну смотри, ты же букву видишь, да? Шечерсен. Все же. Шечерсен. Да. Шечерсен сағынарым. Сағынарым. То есть ага, не г, ага, вот такое, да. Шечерсен сағынарым. Не рым, то есть ты букву и в казахском и как и не произносишь, а между э и э рым. То есть как будто ее нет. Сағынарым. Да, и поэтому так и надо. Сағынарым, а не рым. Понимаешь? Шечерсен сағынарым. Нет, сағынарым. Вот, ритмически, да, правильно. Шечерсен сағынарым. Жабықсам шағынарым. Жабықсам, жабықсам. Жабықсам шағынарым. Слово «жабық» тебе встречалось закрыто? Да. Вот, вот видишь, у тебя знакомые слова сейчас говорят. Жабықсам шағынарым. Давай. Жабықсам шағынарым. Шағынарым. Шагна, шагын, шагына, ой, нет, шагын. Жабықсам шагнарым. Давай. Жабықсам шагнарым. Шагнарым. Я же ритмично по-другому пою. Шагнарым. Шагнарым. А, распеваю. Шагнарым. Шагнарым. Смотри. Жабықсам шагнарым. Тут петь нечего. Жабықсам шағынарым. Анашым. Да, анашым бр, бр тоже. И с крючком бр, то есть бр, бр только читается, бр, да? Да. Анашым бр. Сразу давай вот это слово в это переходит. Анашым брызынсан. Как одно. Брызын, бр, вот. Брызынсан. Спой просто, брызынсан. Брызынсан. Шечерсен сағынарым, жабықсам шағынарым, анашым бір өзіңсің, табынарым. Еще раз. Өзіңсің, помнишь? Анашым бір өзіңсің. Видишь, оно слово переходит в другое. Бір өзіңсің. Попробуй. Берузен, понятно, и вот где-то вот между, знаешь, да?